По традиции бал начинается с величественной проходки пар. Свитский раут открывает полонез. В танце-шествии участвуют больше сотни человек. Изящные прически, платья в полу девушек, форма у парней. Среди кавалеров исключительно курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. А вот дамы из разных учебных заведений. Севастопольского госуниверситета, индустриально-педагогического и медицинского колледжей. Назад в 19 век, и машина времени не нужна. На паркете культурно-информационного центра кружится больше полусотни пар. Как и два века назад, главное на балу – манеры. Перед танцем кавалеры приглашают дам, а девушки отвечают реверансом. Кавалер ответственен за свою даму от начала бала и до ее, до его конца, да, до последнего танца. Это первое. Второе. Вот традиции эти наши уже новые, то, что дарят цветы. Каждой даме кавалер будет дарить хризантему. У нас будет вальс с хризантемой. Это уже наша традиция на курсантских балах. Ну и традиция – это действительно красивое, элегантное, возвышенное общение. Поклоны, реверансы, учтивость, жесты, взгляды – это все должно соответствовать вот такому возвышенному стилю. В программе больше двух десятков танцев – вальс, полонез, подыграс, кадриль, полька. У каждого участника свой любимый танец. Наш любимый танец – вальс-бастон. Вальс-бастон. Романтичный очень. Мне нравится английский медленный. Он красивый, нежный. Богемская полька. Очень богемская красивый полька, танец. Да, тоже. Очень энергичный. Самое главное для бала – взаимоотношения мужчины и женщины. Здесь знакомятся, флиртуют, влюбляются, создаются пары. Как и в прежние времена, узнать друг друга ближе помогают игры. Это вот вальс «Бархатные ручки» называется, когда на плечи девушки кладут за спиной руку два кавалера, и она должна выбрать по руке себе партнера на танец, одного из них. Вот. Ручеек, бальный ручеек тоже на выбор. Двигаемся, двигаемся, ручеек. Курсантский бал стал уже доброй традицией. Его проводят четвертый год подряд. И всегда небывалый ажиотаж. Попасть на такое торжество для любого – большая честь. У кавалеров тщательно выглаженная форма, до блеска начищены ботинки, а на руках – белые перчатки. Девушки с изящными прическами и в прекрасных платьях в пол. Все готовились к событию усердно, продумывали каждую деталь. Ведь, может, именно этот вечер станет судьбоносным. Елена Корнухова и Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя.